Я надеюсь, вы меня не будете так же запускать на произвол судьбы. А если Саша ДТП не будет провоцировать, конечно. А, кстати, да, это из-за ДТП все. Вот кто виноват-то. Должна признаться. Вот кто виноват, видишь? Ну я зато поехала куда надо. Я думала, Саня уже свернул куда надо. Я только скорость. Ой, и рез тоже, в натуре разнообразие. Да. Если кто будет подрезать, скидываемся по нему. Точно. Это же я обычно делаю. Ну, это, короче, это день всегда, это дает нам шанс. Можно сразу скидываться. Дает нам шанс изменить этот бой. Шайс — это дерьмо по-немецки. Внимательно, внимательно смотрим. Ich bin Geschäftsführer in der Firma Continent. Ёп. О май гот. Гитлер капут. Окей, да. На первом этаже. Ой, кажется, что-то повторяется. Герри там вообще повторяет. Не повторяется, нихрена. Кто, помогать? Не, не помогаем. Ты главное там не стой, и тоже сюда. А, надо ехать? Ну конечно же, я же не просто так сюда поджимаю. Ой, сейчас я же борт сейчас же получу. Ну, блин, ну, я бы сейчас бы их всех раздолбила там. Тань, давай, вместо меня. Спокойно, фош падает? Ну, нахер. Я в печальке. Я в печальке. Блин, сотка в меня смотрит и смотрит, смотрит, смотрит. Саня, Яга смотрит и смотрит. Блин, 50B! Где 50B? Саня, если он выкатится, ты по нему дашь, да? Конечно, да. Только у меня... Пушка критованная, ну. Хомяк еще. О. Не, хомяк, я все понимаю, ты расстроился. Охренеть. Да какого хрена вообще происходит, блин? Охренеть. Иди сюда. Ой, это что? Это сотку потерял? Сань, сунь ему. Выдал я ему. Он КД. Он КД? По-моему. Блин, инфа сотка или так? Нет, не сотка инфа. Ну вроде как должен быть КД. Он же по тебе стрелял. Ты херово там. О, а, ты его видел? Ну он там высунул. Вопрос. Твою мать! По той же схеме давай. Там все рта есть. Сотка справа КД. Сань, сунь. Тихо. Араш, вообще. Со стороны это вообще эпично. Блин, сотка. Сотка на голде, она не пробивает. А, подожди. Да, она не пробивает никого. Блин, маус фловый. Он едет. А чё не светится, Яга? А, серый, там у тебя говно какое-то. У-ху-ху, говно действительно светится. Так, Яга уползла. Маус, блин, убей, Е100. Сейчас. Идиот. Саня, ты не хочешь кого-нибудь танкануть уже там? Сотку убью сейчас. Хорош, чё? Там еще СТ1. Ну, маус. О, ты 92, Сань, видишь его? О, вижу, сейчас сложусь. Уи-уи-уи-у. Не попал. Хорош. Ну, в смысле. У меня пушка критованная. Блин, маус какой-то не очень. Маус. Вообще, я на него смотрю, и он ничего не может поехали сделать. Поехали Яги, оторвем рубку. Я вообще за. Проблема только есть в том, что Т-92 может мне что-нибудь тоже оторвать. Все, я танкую, давай, ты рядом? Отлично, да, ништяк. Посмотри. Яга КД. КД. А куда он поехал? Мы же здесь. Вообще какой-то. Он стрельнул Мауса. Так, все, я заезжаю с этой стороны. Домашка. Надеюсь, Т-92. Т-92! Есть правитель! Ооо, бульдог вообще. Яга. Не пробил. Ну, серый. Он довернул. Ну, чурка. Он меня подклеймил. Слушай, ну жесть, это просто, это какой-то пот. Вообще мне нравится этот бой. А у меня вот не было. Первый бой сегодня, который мне нравится. Не было. Так это потому что... А чё? Потому что. Мы тебя подставили, чтобы ты не подрезал нас. Да я... Нет, вы меня подставили, чтобы это... Я не тащила, как в прошлом бою. А чё вы? Вот я вообще молчал. Я вообще не понял, я сзади ехал. Сань, ты помнишь, да, эта херня?
Херня, да, вдвоем. Когда, да, когда мы вдвоем, и это. Вот мы третьего минуснули. Да почему мы? Меня это бесит. Я вообще в этом не участвовал. Не надо. Да участвовал ты. Ты же меня не остановил, не сказал, что. Так я сам думал, что ты все правильно советуешь. А потом, когда увидел, ну вот, какая херня там на мосту скопилась, всё, всё. Понял, что это немножко... Вообще, не ты очень. Один виноват. Заебись.